Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим с вами на 5 необычных домов центрального района Санкт-Петербурга. Дома эти были построены в разную эпоху, и начинаем мы с Пушкинского Петербурга, 1822, дворовый флигель доходного дома купца Устинова на набережной Фонтанки, 92. Кстати говоря, что интересно, это не просто Пушкинский Петербург, это реально место, связанное с Александром Сергеевичем Пушкиным, поскольку непосредственно в доме 92, который обращен в сторону Фонтанки, жили родители Александра Сергеевича Пушкина практически все 1820-е годы. Так что сам Александр Сергеевич определенно бывал здесь, и этот круглый дом из окон квартиры родителей видел. Что касается круглого дома, это уникальный пример подобного здания в центре, да и вообще в застройке всего Петербурга. Здание совершенно круглой формы, с круглым двором посередине, который, к сожалению, сегодня мы не увидим, потому что там местные жители последние годы все закрывают на все засовы, просто так туда не пробраться. Но, тем не менее, аналогов этого здания в Петербурге вы больше не найдете. На ум приходит исключительно круглая тюрьма в Новой Голландии, да, морская тюрьма, так называемая бутылка, но там форма двора не круглая. Там выступающие башни лестниц не позволяют, в общем-то, насладиться задуманной архитектором геометрией. Кстати говоря, что касается появления этого круглого корпуса, постройка это архитектора Иосифа Шарлемани, связана форма здания с тем, что вот это здание, дом 92, где жили родители Александра Сергеевича, уже существовало. Это постройка самого начала 19 века. А круглый корпус построили в 1822 году. И чтобы не ухудшать условия жизни тех, кто уже снимал здесь квартиры, в доме, который смотрит на набережную, архитектор Шарлемань нашел очень удачный выход. Ну, полуциркуль, да, он меньше соприкасается с полуциркулем, чем если бы здесь был построен какой-нибудь квадратный или треугольный корпус. Перед вами потрясающая улица, которая ведет от Фонтанки к заднему фасаду Александринского театра и сегодня носит имя своего создателя – улица Зодчего Росси. Про этого архитектора говорили так – он не может строить отдельные дома, он может строить только ансамбли. Росси действительно мыслил как архитектор древности. Если он брался за постройку того или иного сооружения, то перепланировал все окрестные кварталы и создавал там новые улицы и новые здания. Вот точно так же было с Александринским театром, который Росси стал проектировать в 1828 году. Во-первых, архитектор оформляет современную площадь Островского со стороны Невского проспекта, а во-вторых, пробивает новую улицу от Фонтанки до Александринского театра. Здесь по проектам Росси было построено два идентичных здания с соблюдением потрясающих античных пропорций. Ширина улицы 22 метра, высота здания 22 метра, длина улицы 220 метров. Да? То есть такие вот прекрасные пропорции. Правда, некоторые современные исследователи обращают внимание на то, что в россиевские времена метрическая система еще не существовала. Да? Росси не мог оперировать метрами, он мог оперировать только саженями. Но сами-то пропорции, они те же. Один к одному и 10 в длину. Да? Смотрятся эти здания как единый коридор,
классическом стиле. Можно сказать, что это последняя лебединая песня архитектора Росси, поскольку после окончания строительных работ по возведению Александринского театра и окрестных кварталов Росси фактически уходит от активной деятельности и остается только консультантом в Министерстве внутренних дел. Я отмечу, что ансамбль, который вы видите, не был осуществлен полностью. Дело в том, что вот здесь, на площади, которая сегодня носит имя Ломоносова, поскольку в центре стоит памятник Михаилу Васильевичу, должно было быть создано два одинаковых здания друг напротив друга, но одно построили, там в советское время располагалась типография Ленинсдата, а на месте второго дом появился только в конце 19 века, уже совершенно в другом стиле, в эклектичном, хотя и носит это здание сегодня название «Отель Росси». Сам Карл Иванович Росси к проектированию этого здания никакого отношения не имеет. Кроме того, в центре площади по изначальным планам Росси должна была быть возведена церковь, но к строительству так и не приступили, поскольку храм в целях экономии было решено не строить. Также еще отмечу тот факт, что изначально в проектах зданий, которые выходят на Театральную нынешнюю улицу Росси, предусматривалось сооружение на первом этаже торговых рядов с открытыми аркадами по образцу гостиного двора. Сами эти здания должны были выглядеть как Пале-Рояль в Париже. Однако император Николай I возмутился тому, что предполагалось здесь создавать торговлю, лавки, всякие кафе, ресторанчики и так далее, потому что правое здание, как известно, было отведено под дирекцию императорских театров, там находилось балетное училище, левое здание было передано Министерству народного просвещения, административному органу, и как-то было не очень правильно, что все эти увеселительные заведения, торговые, будут на одной улице с будущими балеринами и с ведомством, которое ведало всеми школами и учебными заведениями. Также хочу отметить, что третий дом, построенный здесь, вот на площади Ломоносова современно, это тоже министерское здание, Министерство внутренних дел, где работали, ну, тот же самый Даль, тот же самый Столыпин, многие-многие другие выдающиеся люди, служившие по ведомству внутренних дел. Вот такая вот история. На рубеже 19 и 20 века основу застройки Петербурга составляли доходные дома. Тогда это было практически 90% застройки Петербурга. И, конечно же, домовладельцы пытались как-то конкурировать между собой, потому что доходный дом – это квартиры, которые сдаются в аренду. Нужно, соответственно, привлекать арендаторов. А как еще привлечь, чем не обратить на свой дом внимание общественности? И очень многие архитекторы и домовладельцы пытаются создать что-то оригинальное, интересное, яркое, запоминающееся. Вот Египетский дом на Захаревской улице – это прекрасный пример такого оригинального отношения к сооружению здания, что просто один фасад уже заставляет изумляться. Ну, конечно же, сразу же возникает желание пожить в таком необычном доме. Дом строился для вдовы действительного статского советника Ларисы Ивановны Нижинской. Это начало 1910-х годов, архитектор Михаил Сангайло. На здании использованы изображения разных египетских богов, включая бога солнца Ра, изображение которого украшает вход в парадный, богини неба и любви Хатор или Хатхор, ее профили на колоннах, которые еще называются хатарическими колоннами, ну а также различные насекомые, животные, растения, характерные для Древнего Египта. На самом верхнем этаже фриз составляют
рисунки, скопированные с Ангайла, с камер египетских пирамид. Да? Есть такая легенда, что просто вот скопировав изображение из египетских пирамид, Сангайло обрек жителей этого дома на различные мистические происшествия и на всякую негативную энергетику, поскольку пирамида – это сооружение погребальное, изображения там были связаны с энергией негативной. Есть такая легенда, что жители этого дома болеют страшными болезнями, кончают жизнь самоубийством и так далее. Правда это или неправда, к сожалению, нигде статистической информации нету. Скажу лишь то, что до революции квартиры в этом доме арендовали не только богатые петербуржцы, но еще и дипломатические миссии. Посольство Бельгии, посольство Румынии располагались вот в квартирах этого замечательного египетского дома. Также я вас приглашаю посмотреть на двор этого здания. Он не такой красивый, как фасад, выходящий на Захаревскую улицу, но оформлен также в египетском стиле. Это было уже свойственно для предреволюционных лет, когда дворы из дворов колодцев, никак не оформленных и представляющих собой просто крашеные желтой краской стены, стали превращаться в оригинальные арт-объекты. Прекрасный образец советского модернизма. Детский садик в переулке Джамбула, дом 8, построенный в 1983 году. Вообще потрясающе, что в эпоху типового панельного домостроения, когда во всех городах страны дома, детские сады, школы, поликлиники и так далее были примерно одинаковыми, появилось что-то невообразимое, напоминающее то ли космический корабль, то ли какую-то инопланетную станцию, то ли средневековую крепость. Архитектор Шмаков в дальнейшем вспоминал, что для того, чтобы создать это необычное строение, им пришлось строителям идти на хитрости. Например, наверху здания венчают такие вот конструкции, которые напоминают уши чебурашки. Это канализационные люки. А роль орудий, которые украшают символические бастионы, выполняют канализационные трубы. Отмечу, что Шмаков также в интервью в 2000-е годы рассказывал о том, что проект не был принят положительно руководством госстроя, и даже приезжала сюда проверка по поводу того, что кто-то из архитектурных специалистов усмотрел в этом садике масонские знаки, искали эти масонские знаки, но все-таки это был уже не 53-й, а 83-й год, так что для архитектора история эта закончилась нормально. Говорят, что все умрут. Хорошее начало. Да? Продолжай. Вообще-то это конец. Ну и напоследок я хотел вам показать еще одно здание, построенное уже в нашу эпоху, в 2000-е годы, точнее, год окончания строительства 2012-й. Бизнес-центр «Преображенский двор» на улице Короленко, построенный на месте здания лейб-гвардии артиллерийской бригады. Старое здание было полностью разобрано, новое внешнее
повторяет стены старого, но появилось интересное дополнение, созданное архитектором Савиным. Вот за колоннами центрального портика появилась совершенно новая современная архитектура, стекло, да, большой стеклянный атриум. И мне вот очень нравится смотреть на это здание именно с этого ракурса, поскольку здесь вот старый, классический, практически античный ордер, сквозь которого постепенно прорывается новая современная стеклянная архитектура. И вот так кажется, что еще совсем немножко, и вот эта стеклянная стена полностью встанет по линии фасада и заменит собой старые колонны. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Всем всего доброго и до свидания.